Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан открыло телеграм-чат, созданный для работодателей региона. С помощью него специалисты оказывают консультации и предоставляют актуальную информацию по вопросам, входящим в сферу деятельности регионального отделения Социального фонда. Исполняющий обязанности управляющего отделением Социального фонда России по Дагестану Магомед Исаев отметил, что специалисты готовы помочь работодателям разобраться в вопросах персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, обязательного социального страхования, а также страхования профессиональных рисков. Дополнительно можно получить консультации по оплате больничных листов, сдаче отчетности и возмещению расходов. Консультации через телеграм-чат предоставляются в рабочие часы отделения с понедельника по четверг с 9 до 18.00, а по пятницам с 9 до 16.45. Сообщения, поступившие в нерабочее время или в праздничные дни, будут обработаны в начале следующего рабочего дня. Для подключения к чату страхователям достаточно перейти по ссылке, указанной на экране. При отправке сообщений рекомендуется указывать название организации. Помимо консультации, в чате можно обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы и оставлять комментарии. Работодатели по-прежнему могут обращаться за консультациями по телефону контакт-центра для страхователей 8 938 201 66 65, доступному с понедельника по четверг с 9 до 18.00 и в пятницу с 9 до 16.45. Также вопросы можно задать по телефону горячей линии отделения Социального фонда России по Республике Дагестан 8 800 200 03 39.